Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо. И Нина Болеславовна Жеймо, советская киноактриса, с трехлетнего возраста выступала в цирке, позже на эстраде, снималась в фильмах «Мишки против Юденича», «Золушка», «Разбудите Леночку», «Подруги», «Приключения Корзинкиной», «Два бойца» и других. Хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки. Ну, Саша, вам букет. Вот счастье. В 1957 году переехала жить в Польшу, скончалась в Варшаве от последствий двух инфарктов на 79-м году жизни. Гроб с телом был привезен в Москву, похоронена, согласно завещанию, на Востряковском кладбище в Москве. Как была, так и осталась. Не поймешь, сколько мне лет.